Доброе утро! Сегодня мы узнаем, как легко и просто сделать вот такой вот милый символ года. Расскажет нам об этом художник Любава Бутакова. Доброе утро! Для нашей фигурки мы подготовили пряжу, проволоку, акриловую краску, несколько листов газеты и кусочек ткани, нарезать которую нужно диагональными полосками. Сначала из газеты сделаем такой комочек, который мы будем обматывать пряжей, чтобы сымитировать клубок. Обматываем в разных направлениях, чтобы шарик получился ровным. Мне, кстати, досталась пряжа из натуральной овечьей шерсти. Тело овечки готово. Делаем ножки и мордочку. Отрезаем 7-10 см проволоки для мордочки овечки и в 3 раза больше для барашка, чтобы получились красивые изогнутые рога. Скручиваем проволоку спиралью. Для ножек отрезаем 2 кусочка проволоки по 20 см и крест-накрест втыкаем их в клубок. Чтобы у нас зверушка стояла прочно на ногах, вот так это все подгибаем. Теперь в ход идут полоски ткани. Обрабатываем их клеем и обматываем ножки и голову овечки. Не забудьте использовать синюю краску, чтобы наш символ был еще и в цвете 2015 года. Краска подсохла, приступаем к хвостикам и чубчикам. Пряжу нарезаем отрезками равной длины. Берем вот это все вместе и делаем один общий узел, вот так, одним узлом. Завязали, затянули покрепче и подрезали. И вот таким образом помещаем ее между вот этими нашими торчащими веревочками. Прижимаем и очень стараемся одним узелочком поближе, прямо поближе к основанию рожек привязать, затянуть вот так, прям крепко. Добавим жизни в нашу фигурку, рисуем глаза и добавляем немного золотой краски на рожки и ножки. Своей овечке я еще подарила юбочку, чтобы в следующем году меня окружала красота и отличное настроение. Наша работа закончена. Такой сувенир станет отличным украшением новогоднего интерьера.